Вот причина конфликта. Почему? Потому что на каком-то глобальном уровне есть согласие о том, что нам это важно, а что этот критерий мы поддерживаем. А в том, как конкретно он проявляется, разногласие. Очень много причин, вернее, очень много конфликтов справляется просто тем, что люди в паре садятся и обсуждают, что тебе важно, да, вот тут и тут. Как ты узнаешь, что ты это получишь? Что я делаю, допустим, или делала, или делал, когда ты точно знала или знал, что вот это и есть, то-то, 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 то-то. Это бывают там фантастические вещи. Один из примеров с практики моей коллеги, она работала с парой, женщина хотела уйти от мужа и казалось, что просто ее не уважает, а в грязь втаптывает. Почему? Потому что он крышку на унитазе не закрывал. Он про это вообще даже не думал. Он сразу обвинил, что ты меня не уважаешь. А он судорожно искал все другое, кроме этого. И когда вышли на это, она ему сказала просто, пускай крышку. Он стал ее опускать, и все отношения наладились. Когда вот такие маленькие действия, как это, как красная тряпка, да, все, ужас. И вот здесь очень важен фазе увлечения друг другом, когда образуется пара, когда есть с самого начала, что посмотреть, проговорить, какие важные критерии вы разделяете, и как вы узнаете, что нужный критерий выполняется. Давайте мы сделаем первое короткое упражнение. Мы его полностью сейчас не сделаем, но для начала. Сейчас, пожалуйста, напишите хотя бы 2-3 пункта в существующих отношениях. Или в тех отношениях, которые вы планируете. Какие критерии вы считаете вам важны? Чем должны быть наполнены ваши идеальные отношения? Допустим, любовь, дружба, уважение, поддержка, забота, внимание. Ну, все, что хотите.